Еще 3 года назад в этом лесу можно было гулять и собираться на пикник. Сегодня здесь настоящая помойка, говорит жительница микрорайона Алроса. Кроме строительного мусора добавились автомобильные шины. О безответственном поведении людей Екатерина рассказала в своем инстаграме. Подписчики возмутились, а реальную помощь предложил только один. Откликнулся один человек, мужчина, который предложил помощь и материальную, и в том числе предложил найти трактор небольшой. Но здесь объемы таковы, что одним небольшим трактором здесь не управиться, то есть здесь нужна техника посерьезней. И не только техника. На публикацию Екатерины отреагировала межведомственная рабочая группа по выявлению несанкционированных свалок. Провели обход, оценили масштабы. 220 квадратных метров твердых коммунальных отходов и 33 шины 4 класса опасности. Нашли и первую зацепку – квитанцию 2018 года. Квитанция вместе с чеком – это уже одна из форм доказательств вины человека, который, в общем-то, оставил ее здесь, эту квитанцию. Виновному предложат убрать весь мусор самостоятельно, но без штрафа не обойтись. Это нарушение санитарной безопасности леса. Мы сейчас будем материалы передавать в прокуратуре. Там дальше прокуратура Ленского района будет определять именно собственника земельного участка. Это может быть Ленский район или город Ленск. И потом уже вот собственники будут работать с региональным оператором. А эта свалка не в лесу, в жилом микрорайоне Северный. Во двор дома стащили разбитые машины. Они помешали сотрудникам пожарной службы. Техника закрывает гидранты. В случае возгорания МЧС не успеет потушить многоквартирные дома. В ближайшее время, значит, мы примем меры для того, чтобы эти транспортные средства были убраны с территории общего пользования. Так как это в правилах благоустройства четко записано, что возле многоквартирных домов запрещено, значит, без согласования соответствующих администраций находиться таким предметом. А пока члены комиссии пройдут по квартирам ближайших домов, чтобы найти владельцев транспорта. Виновные оплатят штрафы от 5000 рублей. Если технику не уберут за 10 дней, дело передадут в суд, а бесхозные машины отправятся на свалку. Юлия Золотарева, Анастасия Белокреницкая, телеканал «Алмазный край».